По словам регионального министра здравоохранения, новый омикрон-штамм коронавируса имеет ряд отличий от своих предшественников. Во-первых, его инкубационный период существенно меньше, всего 2-3 дня. Во-вторых, он примерно в 7 раз более заразен. В связи с этим в зоне риска оказываются в первую очередь семьи, рабочие коллективы, точки общепита и общественный транспорт. Коварен еще и тем этот штамм, что симптоматика такая же, как у банального РВИ. Боль в горле, заложенность носа, сухой кашель, нет каких-то патогномоничных симптомов, таких, как были у изначальных штаммов коронавируса. Сейчас медики дают неутешительные прогнозы. Новая волна эпидемии неизбежна. Причем основная нагрузка должна лечь на амбулаторное звено. При наличии вакцинации или иммунитета омикрон протекает легче, чем дельта, и госпитализация чаще всего не требуется. Поэтому Андрей Чибис поручил Минздраву проанализировать готовность регионального здравоохранения к очередной вспышке заболеваемости. К слову, речи о новых ограничениях пока не идет, но если ситуация будет ухудшаться, велика вероятность, что они появятся, подчеркнул губернатор. Всеволод Краснов, Андрей Бричко, ТВ-21+. Служба.